Привет, друзья! Чудеса случаются, и тому подтверждением станет наша сегодняшняя героиня, потрясающая, обворожительная Рита. Садитесь поудобнее, мы начинаем. Настоящие мастера-стилисты уверены, что любая женщина может выглядеть настоящей красавицей. Главное – хороший уход за собой и правильно подобранный образ от макияжа до одежды. Чтобы доказать, что все действительно обстоит именно так, известный мастер решился преобразить бездомную женщину по имени Рита. Рита уже давно жила на улице. Женщина иногда не могла даже умыться и почистить зубы, не говоря уже об уходе за собой. Из-за отталкивающего внешнего вида Риту никто не хотел брать на работу, даже обычной уборщицей. Однако, попав в руки стилистов, Рита волшебным образом преобразилась. Поначалу женщине дали возможность как следует помыться, а потом ею занялись косметологи и мастера педикюра и маникюра. К слову, в процессе преображения Рита побывала и у стоматолога, так как из-за жизни на улице женщина лишилась почти всех зубов. Преображение потребовало немало времени и сил, но результат того стоил. Увидев себя в зеркале, Рита даже не поняла поначалу, что это именно она. Женщина расплакалась от счастья, ведь она давно забыла, что когда-то была красивой. Рита была от всей души благодарна специалистам, преобразившим ее, ведь теперь у женщины появилась возможность наконец найти работу и изменить свою жизнь. А что вы думаете по этому поводу? Нравится ли вам, как преобразилась Рита? Поделитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Друзья, поддержите канал лайком и подпиской. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих выпусках на канале, мои дорогие зрители, до скорой встречи!